Из России, из Орды. А, это уже Московская область. Почти. В Орел мы ездили за медом, у меня там родственники. Да, в Орле есть мед. На мед там выращивали мед. Одна дочка была. Так, уходим мы из цитадели. И идем со Светой в старый город. Тут такие замечательные деревья. Не знаем, правда, как называется. Правда, Свет? Да, интересные. Что? Пойдем мы, наверное, дальше. Да, впереди фонтанчик. Что ж, замечательные. Вот вокруг фонтана такие удивительные по своей структуре. Высокие. Такие. Ладно, пойдем дальше, да? Пойдем. Может, возьмем ядушку на память? Вот смотри, как тут интересно, можно водичку попить. Сюда ты набрать. Каким кактусом? Не уходи, друг, Свет, да? О, смотри, какие. А почему ты на карте не смотришь? Львы. Да. Вон, смотри. В больницу загляни, Светочка. Это мечеть? Какая-то мечеть. Вон там сейчас будет этот минарет. Какая красота. Так, это мечеть. Мы пришли в порт в старом городе. Яхты, яхты. Там какие-то развалины. То развалины, то яхты. Но это не я развалил. Дома, которым по 1000 лет и больше. Ну вот это заброшено, видно. Окна, стекол нет. Какой-то внутренний дворик.
Люди? В средневековье. Так, куда-то мы пришли. Будем идти прямо и прямо. Опа, а это чей-то дом оказался. Ну да. В котором живут. Сейчас попробуем сориентироваться. Так. Так. Как-то оттуда не очень пахнет. Да, пахнет не очень, тогда вернемся. Там пойдем туда. Ура! Средневековые гаражи для транспорта. Да. Фактура. Так. А это что, маяк? Да. А это крепостная стена. Вот маяк. Крепостные стены, Средиземное море. О, а тут девушка. Светочка. Опять этот развалин. Продолжается. Слышно, как муэдзин созывает на молитву. Родное Средиземное море. Табличка продается. Да? Строй.